17 студентов Петрозаводского медколледжа, живущих в общежитии, госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию. Еще порядка 30 учащихся с такими же симптомами, температурой и рвотой, лечатся амбулаторно. Результаты обследования показали отсутствие пищевого отравления. Состояние большинства заболевших в настоящее время нормализуется. В настоящий момент нам поступило 17 больных детей. Да? Средний промежуток там от 18 до 23 лет с подозрением на острую кишечную инфекцию. Не все обследуются, состояние у них средней тяжести, каких-то опасений по их здоровью в настоящий момент у нас нет. В принципе, это достаточно стандартные больные с кишечной инфекцией. Тяжелых случаев нет. Все лекарственные препараты для лечения имеются. Результаты анализов заболевших будут известны в начале декабря. В здании общежития продезинфицировали места общего пользования и провели инструктаж.